Здорово, дорогие друзья, с вами снова я, Артём Плотников, и мы с вами продолжаем играть на проекте Premier Game. Что же может быть лучше, чем 31 января навалить на нашей отечественной Ниве на полном фарше, я бы так сказал, у нас дисковые вентилируемые тормоза. Стоит у нас пневмоподвесочка, вы посмотрите, просто она просто спортивная, друзья, и какой у нас боевой раскрас. Мне кажется, ничего просто лучше и быть не может. И обратите внимание просто на наш блатной номер и просто, друзья, наблюдайте, что мы будем делать с этой Нивой. Я думаю, что это будет самый суровый и самый такой наикрутейший тест-драйв данной малышки, который только можно придумать было бы на Premier Game. Ну что, для начала, друзья, у нас будет преодоление. Как вы помните, раньше я гонял уже не помню даже на какой машине. Возможно, на Ниве я здесь уже тоже гонял. Но потом я видел, как пацаны здесь и на иномарочках гоняют, и вообще на других крутых машинах. Но, друзья, это было лето, лето было. Сейчас у нас зима, сейчас у нас суровый климат. И вообще, ух! Вот это ты зверь. И вообще сейчас все-таки, друзья, скользко. И можно просто разложиться где-нибудь здесь. И все, каюк, крантык. Я надеюсь, у владельца данной машины есть страховочка. Потому что если я ее уничтожу, то я не виноват. Ох, перепутал кнопочки-то, друзья мои. Чуть не разложился сейчас в эту лужицу. Так, ну что, кусты нам нипочем. Мы играемся... Ух, бампер минус, друзья, бампер минус, сработал поворотник у нас, не знаю, как это случилось, но что-то пошло все-таки у нас не так. Ух, лужа, лужа, вот это нифига себе, ты че, валишь что ли, Нива? Нива, очнись! В чем, друзья, самый сок? Так это в том, что нам нужно будет успеть доехать до конца и обратно. И, собственно, не заглохнуть, потому что у нас осталось 11 литриков бензина. Ух! Друзья, минус капот, минус капот, минус дверь. И, похоже, минус крыша, да? Нет? Нет, дверь жива. Минус только пока что у нас таки... Ух, давай, давай, моя малышка. Точнее, не моя, но Нива, ты сейчас должна довести меня и спасти мне жизнь. Мы сейчас были на краю, друзья. Нет, 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 нет. Ну как же так случилось? Нива моя, ты куда пошла? Мне просто очень жаль владельца, потому что сейчас ему... Я просто не хочу уже вылазить из машин, потому что я как представлю, что владелец на меня будет ругаться, и мне сразу же от этого становится очень грустно. Но, ох, уничтожение автомобиля, я думаю, владелец очень расстроен. Я мокрый, мне плохо, но, друзья, по-любому сейчас будет дубль 2, потому что, ох, владельцу сейчас мы заплатим бабла, и я думаю, что он... Ёкарный бабай, мне еще и... Я и так замерз, уже кокушки сжупились все. А он тут не дает мне вылезти из этой холодной водицы. Короче, отправляемся сейчас мы к владельцу. Я надеюсь, что он нас не убьет, как только нас увидит. Я возмещу ему весь ущерб причиненный. И мы отправимся дальше покорять просторы Премьер Гейма на русской Ниве. Ну что, Томми вообще не очень-то сильно на нас ругался, но денежки я ему все равно перечислил. Как-то неудобно перед человеком. Взяли у него машинку и убили ее нафиг. Ну, это еще, конечно, не конец. Он тут мне уже спасибо говорит. А я-то знаю, что сейчас в этой машине дальше будет... Ну, друзья, вы сейчас сами все увидите. И вообще, я думаю, что то, что она искупалась в водичке, это было не последнее ее купание и... Ох, друзья, сейчас будет жарко. А что это вы тут все делаете? Вот такие вот вы тут раскрасивые, а? Всех, всех с наступающим Новым годом, друзья. Вот так вот, всем добра и всех благ вам, в общем-то. Вот так вот, да. Мне сейчас необходимо, друзья, вызвать механика для того, чтобы... Автомобиль целый, ремонт не требуется. Я понимаю, что автомобиль-то целый, но... Ё-моё, друзья, у нас бензина-то нету. Как же я так облапошался-то, а? Потому что мы ж столько заправок проехали. Единственный минус пока у этой Нивы, который я заметил, она валкая, друзья. Она очень медлительная. И что ни на есть плохо, так это то, что у нее максималка 117 км в час. Как вообще это возможно? Я не понимаю, друзья, как так?
Ох, 3 литра бензина. И нам нужно успеть доехать до заправки, которая находится здесь за домом. Нива, давай, не подкачай, я уже... Не знаю, сейчас давай фары выключу. Но, конечно же, у нас азотный ускоритель сработал. И вообще все замечательно. 2 литра, друзья. Осталось завернуть за поворот. И вот уже виднеется заправка. И у нас... Надеюсь, ты не обсохнешь, малышка. 2 литрика. И бак с другой стороны. Что ж за напасть-то такая, а? Ох. Даже и не знаю, друзья, на каком участке дороги утонет эта Нива, потому что, ну, я не помню, то ли на BMW X5, то ли на Audi A6, но, друзья, проехала она не так уж и далеко, и мы просто потонули. Я надеюсь, друзья, что сейчас Нива покажет получше немножко результаты. Так, проходим, тихо, вода, все, тихо, все, утонуло. И я тоже, похоже, что утонул и замерз здесь. Ну что, результат у Нивы довольно-таки неплохой, друзья. Мне уже звонит владелец Нивы, и я просто-напросто хочу утонуть и не вылазить отсюда, друзья. Сейчас я хочу попробовать, докуда проедет теперь уже моя полноприводная Audi, точнее не Audi, а BMW, друзья. Вот запомните, Нива у нас доехала вот примерно вот до этого выступа на карте. Ну, в принципе, неплохой результат. Сейчас посмотрим, что мне скажет наш владелец на оффроуде. Чуть-чуть. Да, друзья. Ну что, погнали за наши BMW. Оффроуд на BMW, что ли? Ой-ой-ой-ой, как-то она у нас тяжко изначально пошла. Смотрите, как ее тащит. Ё-моё, я даже туда, наверное, не войду. Ё-моё, не могу вырулить. Несет. От пути назад. Нет. Ну что, друзья, все что ли? Ты что удумал? Давай выползем, друзья. Что за дичь? Как сюда сейчас просто медик приедет? Я не представляю. Короче, моя BMW вообще непригодна для этих условий. Ой, все-таки, конечно, блин, это что-то, я даже, друзья, не знаю. Но мне кажется, что Нива победит нас всех, и, блин, конечно, это было что-то такое сверхъестественное, как на седане, ехать по такому склону в снег, и, ну, блин, меня изначально оттуда еще понесло, и я, блин, думал, что я не вырулю, и я правильно думал, друзья, я сейчас в холодной воде лежу и жду медика. Но мы на этом, друзья, не остановимся. Ну, в общем, я нашел третьего желающего, который отправится в эту холодную водичку. Это у нас BMW X5M, друзья, легендарный. Но я его купил уже на авторазборке, потому что, смотрите, он без номеров, без бамперов, весь разбитый. Короче, как поговаривают местные, что на нем гоняли какие-то бандиты и... Короче, и всех перестреляли менты. Ну, не знаю, правда это или нет, но мы проходим... Первую дистанцию, которую я не мог пройти на своей BMW-шечке. Так, вот здесь, друзья, мне кажется, что меня уже понесло назад. И вот сейчас у меня просто момент истины. Я стою в ступоре, что же мне делать. Ну, попробуем сейчас сначала выехать, да? Так, тихо. Может, задом попробуем, а, друзья? Как нам преодолеть вот эту дистанцию? Конечно, мне бэху-то не жалко, потому что у нее и бенза уже практически нет, да и... Блин, нам так-то далеко, здесь надо проехаться будет. Так, тихо, нет, нас тащит, друзья, и все, и походу, друзья, мы все. Если я сейчас дам вперед, нас тащит, если поеду назад, то нас тоже стащит. И что делать? Конечно же, мы едем назад, и да. Все, друзья, мы утопили третью машину. Конечно, сейчас у нас есть еще один вариантик, но я просто не знаю, друзья... Ой, и напоследок мы, конечно, попробуем прокатиться на мотоцикле зимой, друзья, по вот этой местности. Не знаю, что из этого выйдет. Надеемся хотя бы на хондочку. Не знаю, жать газ в пол или ехать аккуратненько, даже, друзья, не могу предположить. Но почему-то, не знаете почему, я жму газ в пол. Тихо, не рулится, друзья, тащит вниз, друзья, выруливать надо как-то. Не хочет, друзья. Не выруливается вообще, я приближаюсь к воде, друзья, нет. Что делать? Тихо, хондочка, живи. Так, что? Что это такое, друзья? Я пропадаю.
Так. Тихо, 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 друзья. Мы бьем все рекорды на Хонде зимой, друзья, на летней шоссейной резине. Вы просто посмотрите на резину, друзья. Вы просто посмотрите, я на ней еду по снегу, друзья. Вода кругом. Я еду. Ох, блин. Надеюсь, я куда-то приеду, а ведь нам еще придется обратно ехать. Пока все хорошо, пока все хорошо. Я уже немножко обнаглел и уже прям жму в пол. И прям таки... Так, опять тащит к воде. Опять тащит, друзья. Тащит, тащит, тащит. Тащит, стой. Стой, 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 стой. Выруливай. Блин, тащит, друзья. Давай, тихо, 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 уперлась. Ох, нет, 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 только не вода, нет, нет, нет такого слова вода, вода, слова нет. Ох, друзья, тихо, что ты как нас тащит-то, а? Так, давай, 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 забираемся, отлично, друзья, с вас лайк по-любому, мы практически доехали до самого конца, ё-моё. Не, ну мне кажется, здесь, друзья, вообще ни на какой, наверное, тачке нельзя проехать. Ну, блин, я даже представить не могу, на какой машине до сюда можно доехать. Так, нам нужно докоснуться до конца, и тогда мы выполним свою миссию. Ну, сюда на Ниве я бы точно, друзья, не приехал. Ой, плохо, что тут негде проехать туда, там я бы где-нибудь выскользнул бы там, а там пиратский клад. Так, друзья, у нас теперь путь обратно предстоит, я надеюсь... Хондочка нас не подведет, и мы точно так же доедем без проблем, доедем обратно. Тащит вниз, друзья. Стой, 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 стой. Тащит, друзья, опять. Вы видите? Так, нужно опять нам заезжать. Тихо, вода, вода наш враг. Тихо, нет, 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 друзья. Хонда, живи в комментариях, пиши, Хонда, живи. Давай! Нет, 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 нельзя, нельзя, нельзя в воду! Нет! Пожалуйста, тащи! Давай, смотрите, скребя зубами, просто, просто, друзья! Что происходит? Смотрите! Смотрите! Хонда! Давай! Нет, 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 нет! Нет! Ух, друзья, я прям на волоске от смерти! Что происходит? Я просто не понимаю, друзья, я не понимаю. Мы уже почти выбрались из воды, смотрите. Смотрите, мы уже не в воде. Давай, Хонда. Хонда, жми. Давай, дружище, я верю в тебя. Ёкарный бабай, я тут весь на иголках сижу. Да что ж ты со мной делаешь-то? Ох, мопед. Тихо. Давай. Нет. Нас тащит опять. Нет, 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 нет. Давай, давай, давай. Берем разгон. Давай, давай же. Ну сделай же это ради меня. Так, а если я сейчас дам газ вперед, что с нами произойдет? Вы не знаете? Так, так, так. Нет, нас тащит, друзья. Нам вот так вот нужно. Давай, 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 давай. Хонда, живи. Хонда, живи. Друзья, вы смотрите, что она творит. Я готов расцеловать ее кардан. Правда, у нее ее нет. Ох, друзья, что же сейчас было, а? Вы видели? Нет, ну вы видели, друзья. Хонда мощь. А вы тут гоните на нее. Хондочка вообще молодец у меня. Посмотрите, просто она... Она тихо! Нет, друзья, перехвалил, сучка такая, а? Ох, у кого-то руки из жопы. Что я вам могу сказать, друзья? Во-первых, вам необходимо подписаться на мой канал. Во-вторых, нужно поставить лайк и написать положительный комментарий. Ну а в-третьих, друзья, с наступающим вас новым 2019 годом, друзья. Желаю вам, как обычно, всего самого наилучшего, счастья, удачи, здоровья и исполнения ваших желаний, друзья. Я надеюсь, что у вас данная серичка вызвала улыбочку на вашем лице, и вы немножечко посмеялись над моими идиотскими выходками и как я люблю поиздеваться над машинами. Впрочем, мы утопили 4 тачки или больше, не могу я... Может быть, я сбился со счета, конечно. Плюсом утонула скорая, утонул чувак, который ехал меня спасать. Короче, друзья, это была жесть какая-то просто, ну, ох. Спасибо вам большое, что вы досмотрели этот мой идиотизм до конца. Теперь у меня обе тачки на штрафстоянке, значит, в Новый год их никто не подожгет, никто их не угонит, и я буду за них спокоен.
Ну что, друзья, спасибо вам еще раз большое за просмотр. Это была последняя серийка на Премьер Гейме в этом уходящем 2018 году. Желаю вам еще раз всего-всего, друзья, только самого наилучшего. Спасибо, что вы у меня есть. Всем пока и до скорых встреч в 2019 году.